Отец отцов наших, помоги мне быть достойным полководцем. Не дай мне опозорить свой легион. Помоги мне вернуть честь моему роду. Наш новый командир — Марк Аквила. Четвертая когорта Гала, второй легион. Впервые командуешь? Да. Готовы? По моей команде! Вы знаете, кто был его отец? Тот, кто потерял орла 9-го легиона. И 5000 человек. Не нравится мне все это. Говорят, орла видели далеко на севере. Там выжить нельзя. Где не укроется армия, спрячется одиночка? Слишком рискованно. Я возьму Эску. Он раб и просто делает то, что ему прикажут. Я ненавижу все, чем ты дорожишь. Наедине с тобой он тут же перережет тебе глотку. Солдат, открой ворота. Ты готов? Почему тебе так дорог кусок металла? Орел не просто кусок металла. Орел — это Рим. Довольно! У кого орел? Он знает. Он один из них. Твое племя перебило воинов моего отца, как собак. Твой отец пришел убивать. Ты все еще мой раб. Эска, что происходит? На колени! Служи мне, как служил тебе я, и выживешь. Надо действовать сейчас. Они уже близко.